Приветствую вас на пересадке орхидеи. Я уже анонсировала пересадку этой орхидеи в коротком видео на канале. И вот момент настал. Перед пересадкой я хочу отрезать один цветонос, чтобы можно его поставить в вазочку, чтобы орхидея направила свои силы на укоренение. Хотя, посмотрите, у нее корней и так достаточно. Почему я хочу ее пересаживать? Потому что корни растут, и вот они уже вылезли в кашпо, живут в воде, достаточно хорошо себя чувствуют, превратились в такие водяные корни. На поверхности тоже много корней, они растут. Вот один корешок даже решил превратиться в цветонос. Вот еще видим, да, что начинают корни доращивать. Из воды я вытащила орхидею. Корни все хорошие, живые. Видите, у них растущие кончики. Что же мне делать с этим горшком? Буду его кромсать. Очень трудно, конечно, потому что весь горшок этот пластиковый, он набит корнями. Отрезаю по кусочку, Вытряхиваю попутно кору, что там еще были камни, кокосовые чипсы. Вот два корешка со дна я уже освободила. Но это была легкая задача, а вот там еще сколько корней. Здесь даже вот два кончика корня из одного отверстия вылезли, и все-таки один кончик я сломала. Что ж, вот так вот я оставлю орхидею. Вот эта вот часть пластикового горшка пойдет в новую посадку, потому что мне жалко корней. Хотя корней очень много у орхидеи, очень много. Очень мало пропавших, но я не хочу их обрезать, я хочу их пустить в посадку. На дно я положила немного керамзита и кокосового волокна. Вот так вот останавливаю ее. Немножко маловато кашпо. Ну, думаю, на год хватит. В следующем году, думаю, нас ждет следующая, еще одна пересадка этой орхидеи. Я между корнями орхидеи ложила крупные куски коры и засыпала мелкой орхиатой. Еще положила сверху несколько камней для того, чтобы она была более устойчивая. То есть получилось это даже не пересадка, а перевалка. Я перевалила более большее кашпо. Да, обратите внимание, это получается закрытая система. Но, в принципе-то, она у меня практически сидела в закрытой системе. Один горшок стоял в этом кашпо. Постоянно корни были в воде. И она чувствовала себя великолепно. И вообще я заметила, что у меня орхидеи в закрытой системе хорошо растут. Поэтому я решила посадить и эту красавицу в закрытую систему. Оставила много воздушных карманов. И вот видно корни у стенок горшка. Будем наблюдать, как она откликнется на эту пересадку. Поливать я ее не буду. Кора была влажная, и корни были тоже мокрые, зеленые. Всем добра и мира, любви, пока.